Сегодня пятый день, и я разобрала шкаф и выбросила кофты, в которых ходила дома, и пижаму, а также олимпийку сына, которая ему давно уже не нужна. Перед тем, как выбросить пижаму, я немножко побаловалась, отрезала кармашки. И оставила их как прихватки. Такие вот прикольные. Первым делом в мусорку отправляется пижама, которую ношу уже слишком долго, и кофта, которая то ли села, то ли стала мне мала, потому что я немножко поправилась. Выбрасываю.